Всем добрый день. В этом видео я решил показать, как удалить ржавчину с металлической поверхности. Данная труба лежала на участке в районе 6 лет. Видно то, что имеется вот такая вот рыхлая ржавчина, которую уже невозможно будет удалить ничем. Но есть матерые мастера, которые утверждают то, что ржавчину можно удалить при помощи вот металлической щетки. Вот такой вот шкурки. Либо вот такого вот диска, который устанавливается на болгарку и участок обрабатывается. Но диски стоят не копейку, поэтому это будет вам затратно. Ржавчину можно удалить только при помощи пескоструйной обработки. Запомните это раз навсегда. Когда ржавчину мы удалим, поверхность у нас будет чистая, ровная. И только после этого можно обрабатывать любыми материалами. Будь это грунты, будь это эти краски и какие-либо еще материалы. Не понимаю таких товарищей, которые еще упоминают по поводу преобразователя, то, что можно удалить ржавчину при помощи преобразователя ржавчины. Вот хотел бы я посмотреть, как вы будете удалять вот такую вот ржавчину при помощи преобразователя. Преобразователь ржавчины, он действует только тогда, когда у нас, показывал, как вам пример, вот имеется вот такой вот участок чистого металла, и присутствует небольшая коррозия вот такими вот точками. Вот только тогда преобразователь ржавчины будет действенным. А вот такую вот ржавчину невозможно удалить ничем, только пескоструйная обработка. Сейчас я подготавливаю технику, отпесочу вам небольшой участок, чтобы вы наглядно посмотрели, как будет пескоструй удалять вот такой вот нагар. И повторюсь, когда поверхность металла чистая, адгезия самого металла к любому материалу будет на 5 с плюсом. Ничего у вас отваливаться не будет. Главное, подготовка в начале. Если подготовка у вас отличная, то и качество работы у вас тоже будет на высоте. А если мы возьмем с вами любой материал, обезжирим, даже допустим, эту вот ржавчину, эту вот трубу, и наложим поверх любой материал, то даю вам гарантию, меньше месяца не проходит, даже недель, все остается. Ну, как говорится, до и после, вот в каком состоянии у нас находится металл. Все мы полностью отпескоструили на металле. Имеются вот такие вот небольшие поры, в них тоже находилась коррозия. Все полностью мы удалили. Металл у нас вот чистенький. Бонусом я еще отпескоструил вот диск, штамповку. Он находился вот в таком состоянии, даже хуже. Тут там ржавчина была по кромке. Вот в каком он состоянии в данный момент. То же самое. Вот нижняя часть боковая. И вот в таком у нас состоянии. Поэтому не слушайте никаких, в кавычках, псевдомастеров, если вы хотите сделать качественно, удалить ржавчину, чтобы вы забыли о ней навсегда. Вот пескоструйная обработка — лучшая незаменимая вещь в данный момент. Поэтому, если какие есть вопросы у кого, кому оказать помощь, пишите мне, отвечу всем по возможности.